Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Очень часто поступают вопросы по поводу пятничных рассылок со словами «Джума Мубарака». Одни говорят, что такого не было и так не обращались друг к другу во времена посланника Аллаха и сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, и считают это аргументом запретности такого деяния. Я обратился в авторитетные источники, занимающиеся вопросами по фетвам, и узнал мнение современных ученых по поводу этого вопроса. Мнение ученых единогласно в следующем, что слова «Джума Мубарака» — это мольба, которые подразумевают благословенного вам пятничного дня, то есть да сделает Всевышний Аллах ваш пятничный день благословенным. Просить у Всевышнего Аллаха – это веление нашего Господа. Всевышний Аллах говорит: «Удууни астаджиб лякум». Вы у меня просите, я вам отвечу. То есть тем самым Всевышний Аллах не обособляет, не определяет ни день, ни время для этого поклонения. То есть тем самым мы совершаем действие, которое соответствует общему призыву Корана, а также хадиту пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А то, что именно в такой форме ни посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ни сподвижники, ни другие саляфу салихун так друг к другу не обращались, не может служить аргументом в пользу запретности такой традиции, даже если она появилась позднее в этой умме. Любое новшество, которое появилось в этой умме, следует соизмерять с нормами Корана и Сунны. Если они в общем не противоречат этим двум установлениям, то есть шариатским установлениям, принято считать как минимум дозволенным это деяние. Поэтому, дорогие братья, так как пятничный день, согласно хадиту пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, в котором посланник Аллаха говорит, что это лучший из дней, в которых восходит солнце, что этот день, в котором был сотворен Адам, день, в котором Всевышний Аллах сотворил ад и рай, день, в котором вошел Адам в рай и вышел из рая. Также есть высказывание праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху, где он говорит, что пятничный день и день Арафа, они обе в том числе являются нашими праздниками. Хвала Всевышнему Аллаху. Привел ат-Табари. Поэтому мы относимся к такой традиции одобрительно. То есть мы не вправе называть это деяние запрещенным или же таким нововведением, которое противоречит нормам ислама. Однако не стоит проявлять и в этом также фанатизма, то есть не утверждать, что именно такое обращение мусульман друг к другу в день пятницы является в такой форме, является сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Пока мы данную формулировку и именно это деяние в такой же форме не относим к деянию посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, так обращаться друг к другу с подобными событиями и не только по пятницам не запрещено. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.